дежурную часть Кубинского отдела полиции межмуниципального управления МВД России Одинцовской обратился житель Московской области с заявлением о том, что неизвестные с неохраняемой стоянки в деревне Покровская совершили угон принадлежащего ему автомобиля. Сумма ущерба составила 1 миллион рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 31-летний житель города Ялты.